полмиллиона. Ребята, нас полмиллиона. Я благодарен Богу, что могу заниматься своим любимым делом и делиться этим весельем с вами. Огромное спасибо каждому за добрые, теплые слова. Это большая поддержка на самом деле для меня. Ребят, я каждому жму руку. Это наш с вами юбилей. Я вас поздравляю и люблю. Отдельное спасибо за поддержку нашим друзьям, бренду косметики Мэа. Мэа знает секрет роскоши и привлекательности. Гели для душа, крем для рук, молочко для тела, парфюмированный спрей и подарочные наборы. Вся косметика Мэа имеет неповторимую текстуру и уникальный состав, что делает кожу здоровой и сияющей в любое время года. Косметика Мэа – это то, что нужно для здоровья и блеска в вашей коже. Приобретайте косметику Мэа на сайте litu.ru или во всех магазинах Litual. Мои дорогие, присаживайтесь поближе, делайте погромче, не буду вас задерживать. Погнали! Вот, ай, сядьте спереди, тут не отодвигается, тут что-то ничего, да-да-да-да, извините. А я вам уже набираю. А что у вас так жарко? Да не, нормально. Раздеваться можно? Сразу, да? Тепленько. Чуть что, сразу раздеваться. Я назад положу, окей? Хорошо. Чечет уже, да? Чечет, да. Ох, не нравится мне это заведение. Почему? Это? Угу. Почему? Выгнали меня оттуда? За хулиганство? Я за хулиганство, если бы. За что? За философию, представляете? Философию жизни? Я пришел, да я бы сейчас раскатал бы ее, но уже некому. Зла не держу, всю жизнь держал, зла уже не держу. Я пришел туда, меня ждали на втором курсе без экзаменов в оркестр. Я на аккордеоне играл. Реально, ректор такой говорит, жду себя в оркестре. Я говорю, дядя, нет, я петь хочу. У меня тоже голос есть. Ну, да. Все думают, что у них голос есть. Все считают, что петь может каждый, поэтому. Петь может каждый. Относительно. Начинается. Вот! И что вы думаете? Все? Я поступил, я пел, и на четвертом или на пятом, на каком-то курсе. Мне по философии говорят, такая это, сдать не хотите ли? Я говорю, что? Такие, нет-нет, 2 балла. Вы думали, там только петь надо, и все? Я был уверен. Я был уверен. У меня... Это... Ну, все, короче, да. Вообще-то образование у нас дают полное. Я петь хотел научиться. Петь, научиться надо быть... Я единственным тенором был первым в хоре. И преподы так стояли. Так я не поняла, вы сольно пели или в хоре? Ай, все. Что начинается? Вот вы еще... А вы библиотекарем работаете? На библиофакультете? Почти. Почему сразу работаете? Я вообще-то, может быть, учусь, может, я еще статью. Я не так сказал, честно. Я не так сказал. Не умеется, комплимент. Я не так сказал. Я, честное слово, хотел сказать так, а вот слово опередило мысль мою. Я понял. Ну ладно. Да, работаем. Работаете? Да. Класс. Кем? Ну, это секретная вообще эта информация. Я так не раздаю ее просто так, если честно. Секретная тема. Мы сейчас с вами знакомы буквально. Дмитрий. Татьяна. Хорошее имя. Так а что по поводу пения? О, вы как-то связаны. А что, краснели сразу? Я должен краснеть. Не, ну просто вы про пение говорите, так я думаю, может быть, мы там встречались как-то в связи с пением. Я бы вас запомнил. Нет. В этом заведении я учился у одного человека. Пока я вот, сколько я учился, я ходил, занимался с одним человеком все время. И он мне дал все, что можно дать. Спасибо ему огромное. Дмитрий Потапов, преподаватель. Это я. Что да? Ну реально, не, ну как-то... Я не поняла, самоучка или что? Да не то это заведение, ну не знаю, ну никто мне ничего не дал, я ходил, все. Так получилось. Не хочу просто сейчас, очень сильно всю жизнь гнал на это заведение, на всех, а потом простил и люблю всех. Не, на самом деле хорошее заведение, я там и училась тоже, да. И училась, и работаю, и в общем мне все нравится. Не, все отлично. Ну, просто вот, может, у меня так вот с философом не срослось.
Никак... Канта из меня никакого. Главное, чтобы срослось с жизнью. Короче, с музыкой связано, я уже понял. Ну, я уже понял. Там. Вот сразу же встречное предложение. У меня есть база караоке. Я иногда с пассажирами практикую такое. Сейчас расскажу. База караоке, там много песен. Там около 100 песен. Надеюсь, мне платить за это не надо? Без... Нет, нет. Ну, караоке обычно платят за вход или за выход. Поэтому кстати, я спрашиваю. Да, да, кстати. Вход рубль, выход 2. 50 песен, без названия. Вы тыкаете в любую. Если вы ее знаете, ну, то есть хотя бы строчку споете. Ну, две строчки там. Можете все, конечно. Я люблю, когда люди поют. На русском? Там в перемешку. Там в перемешку. А на белорусском? Ну, короче, нет. Да, на русском в основном. Две строчки или строчку, две строчки поете. Три песни, так. Получается. Угадываете? 3-0 в сухую, дядю. Ой. Не, я извиняюсь, если я едем не бесплатно, угадываю. Едем бесплатно. Это двойной тариф? Нет. А едем, как? Ну, едем, как и едем. А если угадываете, едем бесплатно. Угу. Вообще, все, ничего. Три песни. Ну, 2-0 в сухую можно меня. Угу. Если в сухую, то две. Угу. Да. Не, ну если потом дважды платить не надо будет двойным тарифом, то в принципе можно. Как вы все насчет... Как вот все попортили, а? Всю эту жизнь. Все боятся, все переспрашивают. Ну, согласен, согласен. Какое доверие к мужчинам, скажите? Стоп, стоп. Ну, стоп, ладно. К людям. Ну, потому что сейчас не будем петь, сейчас включится эта вся межличностная фигня. Так что мне, типа, нажать на какую-то песню, если я отгадала название или спела? Нет, там, спеть, типа... кусочек спеть. Кусочек спеть и тыкаем, тыкаем, тыкаем. Вот, список песен, все тыкаем. Так, сюда, в эту сторону, да? Да, да просто вот тык. Так что, типа бесплатно едем? Если вот я три, ну как? Не, ну договорились, все точно. Потому что мне надо понимать, я пою платно или бесплатно. Если я отгадываю, то мы едем бесплатно, yes? Окей. Да все, уже пою. Я пою, да? Да. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я с тобой останусь, останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Уже две строчки прошло, но я дальше пойду. Дальше, дальше, пожалуйста. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь. Все-таки. Вот и посмотрим, как вы учились. В конце тоннеля яркий свет. Я иду. Иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь. Ее там нет. Я больше, может, не вернусь. Может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Тебя останусь светом. Покай песня моя. Светом. Пеплом на
Не, ну если все такие песни, то думаю, что 2-0, думаю. Это нереально. А не, ну вас тоже неплохо научили. Неплохо научили. Не я спасибо. Педагог, но неплохо. Я же сказал, кто педагог. Ну, жизнь. У меня так... Я как на экзамене себя чувствовал. Слушайте, отличный лайфхак. Надо всем подсказать, чтобы тоже так делали. Я песню угадал, и едешь бесплатно. Таксисты? Да. Ну, ну конечно. Что вы мне... сбиваете конкуренцию. 1-0. Да ладно, сейчас попадется вам... Я не знаю, что мне должно попасться, чтобы я не отгадала. Да? Да. Ну, у меня все по стариночке. По стариночке. Да. Вы... Ну, я готова. Потому что ехать-то, в принципе, а то сейчас скажете, не успела. Я готова. Не-не, я ж еле еду. Я готова. Блин, да, я так подозрительно люблю. Подозрительно еле едете, если честно. Ну, чтобы успеть, я же все вижу. Крутите барабан. Татьяна. Так. Аккуратней. Спокойно. Спокойно. Кручу-верчу, полностью хочу. А кручу-верчу, бесплатно ехать хочу. Да-да. Опа. А я не понимаю, вообще у вас дуэтная песня играет. Это намёки или что? Я так совпало. Чур я Агутин. Столько дней. Он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту, но только ту, кого не мог понять, только ту, кого не мог забыть, так может быть. Я песню не помню, но пою внизу, чур. Столько раз он пытался все сказать ей, как сейчас, никого не подпуская никогда. Слова вода, и нельзя согреть в своей душе те кусочки льда. Не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе, ушибов этих роз. Аэропорты и города он проплывал, не зная, собирая в сердце лишь кусочки льда. Кусочки льда. Столько лет он, как белый мотылёк, летел на свет, чтоб обратно возвращать пустоту, но только ту, кого не мог понять, только ту меня он и не мог. Так может быть. Не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе, ушибов этих роз. Аэропорты и города он проплывал, не зная, собирая в сердце кусочки льда. За годами, под сводами Стонгольмски. Поем, да? Да. Не видятся, не слышатся эти мольбы, тихие слезы.
Классная песня. Круто, да. Мы ездим по кругу, все, я никуда не выпущу. Не зная боли, не зная слез, он шел за ней в неволе, уши поп этих роз. Аэропорты, их города, он проплывал, не зная, собирая в сердце лишь кусочки льда. Сердце лишь кусочки льда. Давай еще раз. Сердце лишь вместе кусочки льда. Смесь, он после строчки надо было вместе. А че? У меня не покидало чувство, что я на экзамене на каком-то. Че это за... А меня вот это чувство покинуло. Я себя чувствовала хорошо. Не на работе. Да? Да. Ну, я бы еще что-нибудь спела. А я прям такой, не скажу, что напряг булки, но, ой, но такой, как бы я понимаю, так, сюда, так, я вторым, я здесь, ты первый. И я такой, понял, мать, да, ой, ну, в смысле. Ну, как обычно, работаешь, библиотекарем. Ну, на самом деле, я для своих студентов мать, они меня так называют. Да? Я всегда говорю, мать знает, потому что это от опыта. Это не от возраста, это от опыта. Я бы мечтал о такой девушке. Просто. Я не знаю, ну это как... А с другой стороны, это ж вы командуете уже. Это уже командуете. А что потом делать? Руководитель, да. Руководитель? Жаль. Вот я смотрела одно шикарное шоу, и там был в жюри Фадеев. И я студентам с ним тоже так говорю. Он говорит, если после выступления тебе сказали, ну, хорошо, чистенько, то это считай, что тебя просто уничтожили. Потому что для вокалиста, когда ему говорят чистенько, это считай, что его просто унизили. Потому что чистенько – это априори. Чистенько вот, должно быть вот, всегда. Вот, сам пришел к этому. Да. Да. База – это основа. Я даже говорю, вот с каких пор стали интонирование считать базой основой. Просто я не договорила. Я сказала, что помимо чистенько, это понятно. Ну, как бы я же не знала, что в музыкантах. Прекраснейший вокал, тембр. Эмоционально, тембр. Ну, кстати, не все вокалисты могут петь два голоса. Все-таки это надо. Да ну? Ну, конечно. Это гармонический слух. У кого-то развит мелодический, у кого-то гармонический. Когда и то есть, то это круто. Поэтому тембр, эмоционально, в два голоса, сразу же с чувством, с толком, с расстановкой, со вкусом. Ну, классно. Я пришел... Спасибо. Я пришел все равно к одному. Что таксист – это все-таки гораздо круче. К этому? Мне обычно говорят, я чаще всего слышу, каталась бы вот так, или катался бы с вами бы. Я вот сейчас скажу я. Мой черед! Мой, господи, черед! Вот катался бы и катался. Даже можно не петь. Вот вы меня так бороздите. Про ноты. Я устал слушать про машины, про еще про что-то. Я хочу слушать про ноты. Про арпеджио. Про крещендо с диминуэндо. Это как бы все мое родное. Если точно так же будет две песни бесплатно, то я запишу ваш номер телефона. И с удовольствием поеду еще. И даже порассказываю, что будет интересно. Так что... Однозначно. 100%. Я услышала. Еще раз. Однозначно. Однозначно. 100%. Я прям, ну, все, всеми руками, за. Ногами. Я за. У меня есть сюрприз для вас. Подарочек. Маленький подарочек. Просто как вот в честь вот ничего. В честь того, что А почему не в честь того, что мы сделали классный дуэт? В честь этого может вообще. Быть? Вообще. В честь этого. Подарочки, это хорошо. Подарочки. А тут парочку, можно потом посмотрите. Да, можно посмотреть. Можно посмотреть. То есть это, помимо кстати, того, что... Это, кстати, да, это... То есть помимо того, что я получила бесплатную поездку, шикарный дуэт. Сегодня 8 марта? Это премьера. Сегодня какой? У женщин должен быть праздник каждый день. Каждый день. Спасибо. Спасибо. Можно это мне поступить? Спасибо. Ну...
рада видеть. Да. То есть я? Да, да, да. Спасибо большое за прекрасную компанию. Это было великолепно. Если... Давайте можно... быстрее, потому что я почти влюбился в вас. Я шучу. Насчет быстрее. Спасибо. Дуэт был, я считаю, великолепным. Спасибо. И чистенько – это не про вас. Суперски, эмоционально классно. Спасибо большое. И бесплатно. Курточку, кофточку. Возьму. Вот зачем так постоянно дверью хлопать? Не, вот вот зачем так? Извинитесь перед дверью. Извиняться перед дверью? Ну, извини дверь, пожалуйста. Я сейчас опять стану злая.